Советская милиция, российская полиция. Название поменялось, суть осталась. Свой профессиональный праздник сотрудники МВД начинают отмечать по сложившейся традиции здесь, на Куйбышева 42, у мемориала погибшим полицейским. Церемония скромная. Возложение цветов, короткая молитва в часовне. Где стояло здание УВД, потом ГУВД Самарской области. Конечно, память всех сотрудников, в том числе погибших, 57 человек здесь на пожаре, когда был пожар в здании ГУВД, всех тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Безусловно, мы любой день, 10 ноября, уже который год, именно начинаем отсюда. Все остальные торжественные, праздничные мероприятия, концерты – это потом. Все начинается вот от этого мемориального центра. Татьяна Гусева на службе в полиции уже больше 20 лет. Решила уйти на заслуженный отдых. Начальник областной полиции Сергей Солодовников попросил остаться. И в профессиональный праздник за отличную службу в торжественной обстановке в управлении МВД присвоил командиру конной полиции Тольятти внеочередное звание – майор. Татьяна Гусева решила еще послужить родине. Правда, на работу приходится ездить из Самары. Начинала почти с истоков. Вот, много лошадей у нас стало, хороший личный состав, можно, конечно, работать. Но вот то, что дорога занимает много времени, тяжеловато. Но если уже пообещала генералу остаться, придется остаться. Самарская полиция стала ближе к народу. Так считает ее начальник Сергей Солодовников. На церемонии награждения лучших сотрудников он отметил медалями и поблагодарил своих подчиненных за то, что патрули и дружинники уже норма жизни на городских улицах. И как следствие, криминала за последние 2 года стало меньше в среднем на 10%, а раскрываемость преступлений возросла. Из 10 случаев 7 заканчиваются уголовными делами. Мы должны быть крепки духом, мы должны быть способными в любую минуту защитить нашего гражданина, мы должны быть готовыми выполнить любую задачу, поставленную президентом. Мы должны быть готовыми защитить наш собственный народ. Праздник «День полиции» продолжился в филармонии. На концерт приглашены сотрудники вместе с семьями. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.